А вот теперь доброе утро. Скажи доброе утро. Ва-ва. В общем, ночка сегодня была просто жесть. Ну, зато кое у кого вылез зуб. Пятерка верхняя. Так что осталось еще 3 зуба. Ну, а мы, сделав все домашние дела. Ильшер, кстати, был сегодня герой. Он пошел утром выгуливать Артешу. И поэтому я успела сделать маникюр, потому что я вчера, после того, как уложила Артемия, успела только снять лак и вообще просто вырубиться. Поэтому я уже ничего не снимала потом. Мне что-то тяжко было, я спать хотела, и сегодня такая встала. Вот, маникюр сделала, и теперь мы едем в город снимать то видео, о котором я говорила. Я не знаю, сколько мы сегодня сможем снять мест. Кстати, ваше предположение, что мы такое снимаем? Нам надо объехать все районы Санкт-Петербурга. У меня целый лист с маршрутом, какие улицы, куда мы поедем. Так что сейчас отправимся. Вот Артёша должен уснуть. Я надеюсь, пару часов этой дороги он поспит. Ты проснулся, да? Да. Ух ты, это ты руки вытираешь, да? А здесь возле метро Васьки и все, да? Нормально, да? Да, ну по Среднему проспекту нам надо проехать. Катаемся. Который час мы уже катаемся? Мы в 12 где-то выехали, сейчас, наверное, полпятого, даже почти 5. И мы первую половину нашей поездки почти завершили. Вот, у нас осталось Васька и Петроград. И я уже устала спать. Ну, поспал, проснулся, перекусил, что как раз мало скучать придется. А мы проезжаем такую красоту там со всех сторон. Тут, конечно, из машины плохо видно всегда на камере. Ну, блин, так охота пойти гулять в центр. Но не сегодня, то мы не успеем. До ночи будем ездить. Мы вернулись в Сестрорецк. Я устала сидеть в машине. Алишер остался дома, он готовит себе покушать, потому что у него тренировка в 8 вечера, ему надо успеть поесть, чтобы это было не перед тренировкой. Ну, а мы пошли гулять, потому что одной прогулки. Ну, там товарищу явно мало сегодня было, так что мы еще идем. Вот так, цвета поадекватнее. Мы объехали 10 районов из 18. Один, блин, пропустили, который был по пути. Я забыла его в список внести, потом считаю, ну, по списку, думаю, почему у меня 17 районов, уж 18. Я поняла, что, блин, придется нам еще во Фрунзенский район потом ехать, потому что я его просто не вписала из-за того, что была в неадеквате, когда я этот список составляла там в час ночи. Но мы реально много успели всего. У нас еще второй заезд будет, и мы поедем по всяким пригородным районам в основном. И север города, ой, не север, а юг города, север, да, юг города охватим, то есть это Кронштадт, Петергоф, Пушкин, Колпино, Московский район, то есть, ну, вот так вот поедем вокруг города и внизу там все будем. А сегодня у нас был север и центр, и я, блин, в шоке от своих собственных исследований, потому что я не думала, что получится такой результат. Вообще туманно, да, я вам объясняю. Ладно, не буду об этом больше говорить, потом видео сами посмотрите. Но для меня, как для жителей Петербурга, это оказалось весьма странным, хотя, в принципе, ожидаемым, но я всегда думала, что это не так. Вот, а еще в эту поездку... Сынок, сынок, аккуратно, тут дорога. Можно вон туда пойти, там площадка. А можно прямо пойти, пойдем. В эту поездку у нас был просто обалденный случай. Мы заехали на парковку около Ашана, который на старой деревне, для того, чтобы зайти в торговый комплекс, простите, в туалет. И, в общем, мы заехали на эту парковку, и там система какая? Парковка платная, но первые 2 часа она бесплатная. Ты при въезде нажимаешь на кнопку, выскакивает талон, ты берешь этот талон, только после этого открывается шлагбаум, и ты заезжаешь на парковку.
За утерю талона штраф 450 рублей. Мы, значит, подъехали, заехали. И секунд через 15, когда я уже убежала в другой центр, Алишер остался с Артешей в машине, Алишер понял, что талона нет. Все обыскал и понял, что он его не брал просто-напросто. А там дальше уже другие машины через этот шлагбаум заезжали, то есть талона его и не было. Соответственно, когда я пришла, мы пошли пытаться получить талон, там я звонила этим чудакам. В итоге пошла к этой будке охраны. Мне говорят, вы потеряли талон. Я говорю, мы не взяли талон, его не было. Мы его просто не забрали, он куда-то делся. Ну, короче говоря, нам не выдали талон. Мне говорят, такого быть не может, у нас такая система. Пока вы не вынете талон, шлагбаум не откроется. Он мне минут 10 доказывал, что я дура, что у них такая система. Подошел к тому шлагбауму, который у него, говорит, вот смотрите, и показал, что это действительно так. Алишер говорит, я не дурак, я не брал этот талон, но не было его. Короче, я его забыла, через 15 секунд его уже не было в этом автомате, я не смог его забрать, потому что я вот опомнился. Я заплатила эти 450 рублей. И потом мы заехали снова через этот шлагбаум. И что вы думаете? Видишь? Билет там, видишь? Угу. Покажи, покажи. Ага, а шлагбаум открыт. Поехали к ним. А меня отказались выпускать без талона, потому что сказали, что наша техника настроена так, что в принципе невозможно заехать без талона. Я к ним пришла с этой видеозаписью и говорю, посмотрите. Они, ой, давайте пойдем разбираться. И пошли мы разбираться. Да, действительно, этот шлагбаум так работает. То есть ты можешь не забрать талон и заехать вовнутрь. И в общем, я говорю, давайте тогда деньги возвращайте, раз у вас не работает ваша автоматика, как она должна работать. И начались отмазки. И потом вызвали мне директора, и директор то же самое. Ну, по сути, если так в общем и целом, то мы не правы, потому что мы заехали на парковку, у нас нет талона, типа мы его потеряли, и мы должны, соответственно, заплатить эти 450 рублей. Но, блин, платить 450 рублей, когда ты заехал на 5 минут, это вообще такая жесть. И по факту, я... В общем, я знаю, как это делается, когда у клиента есть претензии. Я говорю, принесите мне тогда документацию, в которой прописано, как работает этот ваш автомат, который поднимает шлагбаум. Покажите, что там прописано, что только когда ты забираешь талон, шлагбаум поднимается. Потому что если это так, это значит, что шлагбаум неисправен, и, соответственно, я как клиент несу ответственности за то, что я оказалась там у них, проехав просто так, у них глюканула техника. Мы вам не обязаны предоставлять, вы не проверяющий орган. Ну, то есть понятно, что у них этого всего нет. Я говорю, почему я должна тогда оплатить, если вы можете запускать прямо так? Они говорят, ну это же платная парковка. Вот мы вам талон предоставляем, вот видите, для въезда. Я говорю, для въезда на парковку я должна получить талон. Хорошо, до или после въезда? Это не точная формулировка. Я говорю, покажите ТЗ, где написано четко до въезда, перед въездом. Посетитель обязан иметь талон. В электричку же можно войти и заплатить. Короче, я с ними как только не спорила разными путями, потому что у них это так фигово все прописано. Или окей, я должна получить талон. В течение какого времени? Если я через 15 секунд хочу забрать талон после того, как я нажала кнопку, почему я не имею права этого сделать через 15 секунд? Разошлись ни с чем. Мы заплатили эти деньги и уехали очень-очень-очень злые. Я серьезно была очень злая, потому что изначально, когда я к ним обратилась с этой проблемой, что у нас нету этого талона и мы не можем выехать с парковки, мне с тоном, господи, вот тупая-то пришла, потеряла, доказывали реально, что вот невозможно к ним заехать без этого талона. Я просто начала кипятиться, потому что я говорю, мы заехали без него. Нет, такого быть не может, мы его потеряли, я что вам придумываю? А по факту, ну, доказалось, что я права. Я уже просто настолько, ну, эмоционально разбухарилась, что, блин, все, почему тут из меня делают дуру и еще заставляют меня платить. Ну, я честно... Я напишу на них жалобу на сайте сегодня вечером, когда сяду, там найду, где, куда писать на них. Я
постараюсь какое-нибудь официальное письмо отправить, запросить документы вот эти. Я сохраню эти чеки. А, видеозапись, кстати, мне отказались тоже предоставлять на тему того, куда же делся наш талон, потому что это только когда происходит авария, и мы вызываем полицейских, и тогда можно посмотреть повтор. Зашибись. Короче, вот никакого желания идти навстречу. Понятно, что чисто формально мы были неправы, заехав без этого талона, но такое отношение было просто ужасно хамским. И когда я им 100-500 доводов привела, что они неправы, они просто начали съезжать. Ну, а мы не обязаны вам это говорить, показывать и так далее. Мы не обязаны. И стоит глазками, хлопает этот директор. Я стою такая, говорю, понятно. Но меня не обманешь такими вещами уже. Потому что когда... Со мной спорили клиенты, которые хотели вернуть не 450 рублей, а 30 тысяч рублей. Я знала, какие есть дырки в договоре, и где они могут прогнуть фирму, а где не могут. И поскольку я им на все дырки нажала, они просто съехали с темы. Ну, поскольку ребенок в машине сидел, Алишер уже там кипятился. Мы взяли, забили и уехали. Так что это был мой самый дорогой туалет в жизни. Простите, я никогда не платила 450 рублей за то, чтобы пописать. Причем в грязном туалете, абсолютно, который не убирали как минимум полдня. Так что вот пишите, куда можно, как вы думаете, обратиться. Потому что, мне честно, это вот уже дело принципа. Если бы они не хамили и как-то пошли навстречу там, не знаю как, даже если взяли деньги, но не хамили вот таким вот образом, делая из меня дуру, я бы по-другому отнеслась к ситуации. Но когда ко мне как к клиенту, я же их клиент, как они меня назвали, когда ко мне как к клиенту такое отношение, то уже все, пропадает желание как-то сотрудничать. Я всегда считаю, что сервис должен быть сервисом. Не важно, что происходит, ты меня обслуживаешь с улыбкой на лице. Да, зайка? Да. Вот с такой улыбкой, да? Кстати, сегодня очень теплый день, видите, как я иду, даже без куртки. Потому что обычно Артёшкин не мерзнет, а я мерзну. Мы пришли на площадку, которая около разлива. Давай, залезай. Артёш мне показывает, как он классно катается с горки. Вот, а я это поболтала с мамой по телефону, и он окончательно сел. И теперь я ни за что не узнаю, сколько времени и когда нам идти домой. Иди давай с горки скатывайся. Давай я поснимаю, как ты скатываешься с горки. Еще у него вся голова в песке. Он додумался подкинуть песок в воздух. И все. Давай. Опля. Ух ты. Давай еще. Давай еще. Ку-ку. Ку-ку! Ку-ку! Иди давай с этой горки съезжай.
теперь целуйся. А давай еще раз. Давай еще раз. Вы не представляете, как мы с Артёшей шли домой. Он сначала шел сам, а потом уперся, что я его должна нести на руках. А я его стараюсь на прогулках практически не носить, потому что он тяжелый для меня, реально. И у меня потом и руки болят, и спина. В общем, дальше его носит спокойно. Для меня это очень тяжело. В общем, он скандалил. Поняла, что мы так не дойдем до дома, потому что он сидел на асфальте и ныл. Вот, взяла я его под мышку, и так мы 7 минут шли до дома. Я такая вся... И под мышкой у меня висел ребенок, который в такт моим шагам делал так... Вот так всю дорогу. Все бабули, мимо которых я проходила, смотрели на меня так, как будто я ребенка убиваю просто. Все мамы, мимо которых я проходила, улыбались, потому что это было такое я типа страдаю, но при этом, понимаете, вот я иду топ-топ, и он в такт делал Такой это актер. Принесла его домой, забрался на руки к Алишеру, потом капризничал, ну, потом поужинал. Алишер убежал на бокс, я стала укладывать ребенка. И вы знаете что? После купания он не закричал «Соска!». Он просто про нее не спросил и уснул без нее. Так что это меня очень радует. Скорее всего, конечно, он ночью ее попросит, там, если проснется или еще что-то такое. Но сам факт того, что он сам, грубо говоря, от нее отказался, это очень круто. Точно. Сейчас я достану твое мясо размораживаться. В общем, поэтому я думаю, что скоро мы откажемся от нее совсем. И это еще одно подтверждение моей теории того, что все, что угодно с ребенком можно сделать без истерик. Отлучить от груди, от соски, приучить к горшку. Это теперь моя больная тема по-прежнему. Вот, так что... Ура, ура, ура! Блин, я надеюсь, он ее ночью не попросит, но это круто. Он реально просто ее не спросил. Она у меня всю дорогу была в кармане, ну как бы попросит, дам. Но он не вспомнил о ней. И все, спит в своей кровати без соски. Взрослый парень. Я собираюсь монтировать влог, поэтому увидимся с вами завтра, друзья. Всем пока!